Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео покупочки Faberlic. Я решила снять немножечко видео так более сверху, скажите, как вам нравится, или вообще как. И что, я хотела бы рассказать про Faberlic. На самом деле я купила сегодня такие интересные покупки на подарки, потому что я собираюсь скоро поехать на море к родственникам. И я готовлю им подарки, хочется, конечно же, купить хорошие подарки. Мне как раз спрашивали, что там свекрови подарить и так далее, да. И вот я рекомендую, на самом деле, первое, о чем я это скажу, это вот такая вот у них есть премиум косметика. Вот я решила взять вот такие крема. Стоят они около 900 рублей один. Ночной крем и дневной крем я решила вот взять. Они на самом деле внутри очень крутые. Они с дозатором вообще, это невероятно. Я один сейчас открою для того, чтобы вам показать. И аккуратно потом запечатаю. Смотрите, это омолаживающий дневной крем. Вот так вот он выглядит. Открывается. Выглядит очень презентабельно, мне кажется. Я была бы рада, если бы мне такое подарили. И здесь, видите, дозатор. То есть нам не нужно... Под ногтями ничего не залезет, нам не нужно как-то выдавливать, выковыривать, а здесь просто пальчиками, да, вот так мы нажимаем, и появляется там крем. Я не буду сейчас это делать, но я считаю, что это очень крутая вещь, очень интересный ход. Я думаю, что я даже вообще себе возьму. Мне аж захотелось постареть, чтобы я могла пользоваться таким кремом. Представляете, это какая-то дурная мысль в моей голове, шальная, но мне кажется, надо немного камеру опустить. Немного камеру припустила, ну и хорошо. Да просто у меня прическа такая, у меня, видите, у меня здесь камушки, цветочек, у меня вот под этой сережки мне моя подписчица прислала, и вообще, она делает это своими руками, я внизу ссылку еще раз на нее оставлю, потому что сегодня образ этот благодаря ей был. И я хочу, чтобы это было видно, понимаете, поэтому мне хочется сверху, чтобы вы смотрели на мой прическон. В общем, вот такой вот замечательный крем, я думаю, она будет очень довольна. Еще из этой же премиум линейки я заказала вот такой вот. Я и себе заказала, и ей, свекрови своей, кому ей, вот, запечатаны здесь. А это я себе заказала, это такая активная вода для лица, она увлажняет. Она тоже выглядит очень круто, видите, такая она в стекле, тоже такая вся классненькая. Ее можно наносить поверх косметики вообще, наслаждение. У нее очень приятный запах, классная. Откройте для себя роскошь молодости. Тоже омолаживающее? Ну нет, это больше увлажняет. Вот способ применения. Нанести на кожу несколько раз в день. Распылять на расстоянии 20-30 см от лица. Ну это просто увлажнение. Как бы здесь вода какая-то волшебная. В общем, вот так это выглядит. Вот такая водичка. А дальше, давайте начнем дальше. А, и еще одно из родственниц тоже я решила заказать то, что заказала себе. Себе я заказала вот такую вот штуку, Double Style. Я это увидела у своей подруги, которая занимается Faberlic, и она пользуется. И мне, и, ну, как бы я увидела, я говорю, что это такое у тебя интересное. Попробовала на ручку нанести. Здесь идет база и тональный крем, который подстраивается под цвет вашей кожи. Честно говоря, мне очень понравилось. Я вот так вот смешала это, да, и размазала. Очень быстро оно просто стало незаметным у меня на коже. Приятный запах. Я решила тоже себе такую вещь взять. Стоит около 500 рублей, по-моему, там 400 с чем-то. Вот, абсолютно нет у меня на руке. Вот, и я решила взять и себе такую, и одной из своих родственниц тоже. То есть вот их две у меня. Очень классная, мне нравится. Приятная, легкая текстура. И также вот здесь офигенские, просто офигенские тени. Мне они очень понравились. Здесь, я вам покажу поближе их обязательно. Здесь 4 цвета, просто восхитительных. Вообще они мне напоминают немного Шанель. Потому что я раньше пользовалась Шанель маркой, и у меня были тени. Именно вот как они сделаны. Такие вот кругленькие, знаете, тоже кисточка такая вот. Очень красивые цвета, цвета просто превосходные. Вот, и тоже очень красиво вот так вот выглядит. Зеркало большое. В общем, это тоже будет у меня на подарок. Я думаю, моим девочкам это понравится очень. Также я взяла, Ленок моя попросила бальзам, кондиционер. Что у меня бальзам? Бьем бальзам. Бальзам-кондиционер. Бальзам для кондиционера.
Один так, один так. Прикол. По-разному. В общем, бальзам-кондиционер, то, что я вам говорила, Bio Arctic, замечательный, супер. Здесь у меня для поврежденных и тусклых волос, но вы можете брать любой, там еще есть разные виды, и они все очень крутые и классные, действительно, очень увлажняют волосы, и волосы после них как шелк, всего лишь за 79 рублей. Для меня это находка, все мои подруги уже пользуются, рады и довольны. Также я приобрела вот такой вот Faberlic, средство для мытья посуды. Чем он меня привлек? Тем, что у меня сейчас два было, вот я уже последнее выкинула. У меня было Fairy, это для посуды для взрослых, и второй у меня был для детей. И я вот это вот, знаете, туда-сюда мешкалась, мне вот это совершенно неудобно. Я решила взять какой-то один, ну я планировала уже перейти на какой-то один, чтобы он и посуду мыл хорошо, и о руках заботился, и чтобы для ребенка тоже можно было. Здесь 0+. Что меня очень сильно порадовало, и, во-первых, и еще хорошо, что он концентрированный, то есть его, как я понимаю, нужно разводить, и все. То есть вот в такую вот налью и буду пользоваться с удовольствием. Так что вот такой вот Faberlic в помощь мне. Дальше я решила попробовать вот такую ручку. Я ее подарю своему племяннику. Она зеленая, она стирается. К сожалению, там закончились синие уже, остались только зеленые. Черную я не стала брать, потому что черный, во всяком случае, нам нельзя было писать. В общем, я взяла для пробы. Действительно ли она стирается? Да, она действительно стирается. Очень мягкая, красивый зеленый нежный цвет. Я думаю, ему пригодится и будет приятно. Такой вот маленький сувенирчик. Главное, что помнят о нем. Также я приобрела вот такой лак. Цвет очень классный, я уже протестировала, цвет держится 4 дня, да, могу смело сказать, 4 дня держится, накладывается очень хорошо, единственное, что он маленький, пришел в такой маленькой коробочке, я сначала вообще не поняла, что это лак для ногтей, в общем, распечатала, там такая мини-мини-мини-пусечка, в общем, я довольна, цвет хороший и быстро сохнет, в общем, довольна лаком, хотя мне сказали, что в Faberlic есть серия каких-то стойких лаков, я обязательно это попробую, обязательно, только бы найти и купить то, что именно нужно. Ну и также хотела сказать про чай. Я заказала чай, жасмин, просто думаю, ну, чтобы не выходить лишний раз, думаю, да, закажу жасмин. И я немножко была чаем разочарована, потому что он в пакетиках, но пакетики не запечатанные. Во-первых, здесь все в чаинках. Во-вторых, я даже сейчас вот не буду вам доставать, да, то есть, или достать. То есть вот если мы откроем вот так вот пакетик, вот так вот, да, то он здесь просто сложенный, и из него высыпается чай, он не запечатанный. И когда я кладу чай в кружку, вот уже все посыпалось, бесит. Когда я кладу чай в кружку, то есть эти чаинки появляются. Я пакетики беру именно из-за того, чтобы чаинки не попадали в рот. И я не поняла тогда смысла вообще вот этих вот вещей. Так что Faberlic, если вы смотрите, пожалуйста, продумайте концепцию вашего чая. И, пожалуйста, запечатывайте пакетики, потому что нет смысла в пакетиках, если чаинки все равно попадают в рот. Я думаю, что несложно это, и это было бы тогда очень классно. Надеюсь, Faberlic меня услышит. А, еще я приобрела вот такой вот ароматизатор для белья, цитрусовый джаз. Но я еще его не нюхала и не хочу сейчас открывать, потому что я еще не знаю, куда его присобачить. Он там стоит совсем недорого, поэтому я думаю, если вы заходите попробовать, то не обязательно мне, в общем, сейчас его открывать. Здесь такая с крючком какая-то штучка, я чувствую на ощупь. Но я думаю, вкусно будет. В принципе, все мои покупочки Faberlic. Может быть, я что-то забыла, на самом деле, потому что это видео я переснимаю. До этого я снимала, но там был видеобрак, и звук, и, в общем-то, свет. Поэтому мне пришлось... Я начала его монтировать и поняла, что мне нужно его переснять. И я сейчас просто вспоминала, потому что я уже все разобрала по комнате, разложила и уже пользуюсь. И просто вспоминала, где что лежит. Я надеюсь, что все я сейчас вам показала. Но если что-то не показала, я обязательно покажу это в следующих покупочках. Faberlic. В общем, Faberlic я люблю, я довольна, спасибо. Сейчас на мне, кстати, румяный темный Faberlic. Пудра, помните, такая вся цветастая была? Я это уже очень довольна. И, в общем-то, еще раз спасибо за сегодняшний образ. Одной из моих подписчиц, рукодельниц. Просто звездочки. Все, я вас целую, люблю и увижусь в следующем видео. Пока-пока.